Перегаривай. Обратно. Юра, кто забил? Какой? Файдина, гол, антенок пас. Спасибо. Саня Файдина? Есть такой, да? Секунду, подожди. Я его знаю точно. Федина. Федина? Федина. Федины? Федина. Федина. Медина, только Федина. Друзья, на блядь, у него появился счет в матче между командами Манчестер Юнайтед и Кёль. 1-1. Камбэк со стороны команды Юрия Ким и Александр Федина на 32 минуте забивает мяч рука команды. Да, 2-1. 2-1. Так а в чью пользу, Ю? В Манчестер. А кто второй забивает Ю? Друзья, поспешил. 2-1, но Кёльн камбэк. Первый гол команды забил Александр Федина. 32 минута. 2-1, Манчестер Юнайтед по-прежнему впереди. У Домбровского дубль. Просто пытался ассист найти, ты не помнишь, кого он сказал ассист? Корней. Не Корней, подожди, сейчас. Котенок, Серёга. Спасибо. Право, право! Андрюх, рука. Андрюх, рука. Спасибо. Да, давай, было. Блядь, не за руку здесь пытался. Блядь! Андрей, забери карточку у человека. Чё? Ну не спортивное поведение. Нормально. Ну реально не спортивное поведение. Ну чего? Джо. Ты согласен, правильно? Да. Ну блин, ну он ставит штрафной. Тип, короче, стоит перед ним. Провоцирует его. Дживаги у него подбегает, лупится все силы, по мячу обнимает. И дали же Дживаги. Ну, Дживаги, да. Ну конечно. Что-то. Я не судья. Женя, я красавчик, Женя. Видите, там по делу, видите, эксперты сказали, там по делу. Дживага сейчас точно получит. Не, ну типа не хочешь желтую, не видись. Кёльн же что же не пальцем делан. Мне нравится, что Юрий не нравится, типа. Точнее, не понял, что Юрий не нравится желтая, даже жива беда. Желтая. Давайте кепку отбегаем. Орлов забил, да? Алексей Орлов!
Лицом, лицом, Никита, лицом. Що таке жовте? Це таке красне? Один, один раз. Ты знаешь, я понял, в чем проблема Кельна. А я у них форварда не вижу. Как ну, Динамо Киев играет. Что? Как Динамо Киев играет. Ну, без форварда. То есть вот Андрюха рука. Очень красивая, но спасибо. Этот. Вот ну, тупо не ощущаю форварда. Вижу защитников и все. В плане Динамо Киев без форварда. Динамо Киев тоже, у них была проблема, у них не было форварда. Там один травмировался, второй травмировался. Да. Да, парни! Да, полузащитника. Впереди. Простите! Саня занят. Полузащитник, потому что идет на фон. Запусти, блядь, что Саня сделает? Ну, тут именно четко вот не ощущаю просто. Защита в порядке, вратарь. На нашем смена! Просто пушка. Никита, на нашем смена! Вратарь у них убийца, а форварда не ощущают. Я даже не понимаю, кто у них форвард, кстати говоря. Ну, типа, заявленный. Они типа по полю бегают. Сменяют позиции. Не, ну и вратаря пора менять, конечно, уже. Подржавел. Смена, кто устал? Смена! Назар, 10 минут. Вниз, защите! Давай, давай, давай! Было плоско. Ну, Витя был на месте. Не нападем!
Я, кстати, еще не менял, типа, с Европы на Европу, поэтому я уже сегодня буду заливать, поменяю. Ну, название видоса. Я понял, я вижу, что не слышишь. Спасибо. Лопет? Да, Орлов будет, а ничего у нас. Друзья, четвертый гол забивает Алексей Орлов. Передача Никита Каменчука. 4-1, Манчестер Юнайтед впереди. Ну и реклама будет тоже, да. Когда у нас уже будут эти? Нативная реклама. Когда нативная реклама будет? А спонсор этого матча? Угловой, конечно, угловой, конечно, угловой. Угловой, угловой, ногой коснулась. Под ногой, под ногой. Ну что ты, 100%. 100%. Артур, здорово. Уверенней, не стесняйся. Дистанционный арбитр, типа, да? Футбольный клуб. Изумруд, меня слышишь, футбольный клуб? Изумруд, да, да, выиграли, да. За спиной у меня играете. За спиной, вот там, Валер. Вот там. Ок, вот там. Андрей, я думаю, что будет очень сложно не понять тебя и еще две руки, которые показывают тут. Тем более они знают, что... Но они могут по операторам ориентироваться. Что, хотя ладно, это слишком сложно. Так это надо... тогда надо Саченко просить, наверное, снимать, типа, на 26-й. Ну, да. Что? Или Саченко, или отца. Я посмотрю, что происходит. Мне может просто Павловки в воскресенье. Не быть вечером, я точно буду в воскресенье. А, кстати, у нас завтра все попал. С 7 только вечером. Да, пиздец. Без разницы уже. Друзья, пятый полуюбилейный мяч в рукомандной «Динамо Дрезден» забивает Денис Алиментук. Номер 11. 5-0. Если закинете еще домой, будет вообще замечательно. Сегодня? Нет, завтра. Сегодня я у родителей тусуюсь. Я с собой ноут забрал, чтобы видосы скинуть и все, что нужно. Чтобы типа не кататься туда-сюда. Не то, что тут далеко идти. Минут 20, но типа тут до минут 5. Браво, блядь, где защитник? Ты давно я типа борща не ел, что ли? Домашний. Хорош! Кто забил, Юрий? Никто не забил. Ай-яй-яй, ну все, ну пора уже, все. Да, да, да. Пара, Евгений. It's time to give a red card. Gifted. Понятно. Боится же, боится. Давай!
Стань, спокойно. На зимний все по-старому. Вова за ним! Скакивай уже! Хорош! Смотри, мы планируем уже набирать команду. Таргет сделать. Мне Витя так относительно объяснял, что как-то специфично хочешь таргет настроить. Мне просто тоже интересно для магазина. Я Витя интересуюсь, как три метода, чтобы эффективнее продавать, так сказать. Витя мне их рассказывает. Ну, я к тому, что типа один манеж, два манежа. А, ну, смотри, там всего два манежа. Если мы наберем 3 человека, ладно, то это будет точно два манежа. Угу. Так удобно. Отлично. Ну, типа, если нужно будет больше просто включенности, типа, то окей, я не против. Чтобы зиму не просидеть, типа, просто я думаю, на выходных. На выходные. Ну. 5-0, что? Ну, ты думаешь, что... Я говорю, что если будет типа 2 команды, знаешь, то PSL точно не получится. Давай, 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 вперед! Ну, ты говоришь, типа, из-за того, что будет расти, разрываться между двумя манежами, то типа... Ну, с учетом того, что мы с Витей вдвоем справляемся с и тут, и там, то... Может, даже на одном манеже. 16 игр, давай, 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 The second goal in the football field to Champions League. The score by Anwar Solomon, number 20. 6-0. Подожди. А что Соломон в Дрездене делает? Не, не в Дрездене. Белый, сломай. Подожди, Мальсия 6-0 выигрывает? Да. Выигрывает 6-0. А, все. Я думал, Дрезден 6-0 выиграет. У меня он в шок. Я привык, что Дрезден белый. А, тогда ладно. Тогда счет не удивительно. Ну, короче, если что, на зиму, то я заряжен на успех. Тебе нужно зарядить на успех нашей команды. Что? Тебе нужно зарядить на успех нашей команды. Серега, давай! Ну, у меня сеанс недорого стоит, поэтому, в принципе, можешь капитана ко мне отправить. Пока есть свободное время, так сказать. Там от 5 вечера есть окошечки. Рома Рудник, привет! Привет! А что ты не играешь, Ром? Я тренирую. Сезон закончил? Сделал мяч под гадик! Да, попал! Витер. Рубню эту свою страну. Ой-ой-ой. Thank you.
Ну так, подожди, а вот тут лига вторая, которую нельзя называть, типа, на самом деле, на камеру. Чтобы... Ну, мы с Ити не называем их на камеру, чтобы не давать им лишнюю рекламу. Ну, мы всегда так работаем. Любую вообще лигу, типа, любую, мы не называем. Этот... У нас тут, знаешь, свои правила эфира. Короче, они вообще не соберутся? Не, они будут играть, они на этой неделе стартуют завтра. Ты имеешь в виду, что они на зиму не будут? Не думал обычно устроить им рассылку, которая была? Капитан? Да. Это они тут занимаются. Да. Мне кажется, команда не будет послать. А не хочешь сделать типа какие-то льготные условия для команд, которые уже играли? Мне честно будет попросить кого играть. Я сейчас говорю, что есть два коллектива, они просто не успели собраться на этом деле. Говорит, дерево не нужно. Вот. Если просто делать льготные, то надо смотреть же на каких условиях. Типа. Если ты хочешь честные, то это нужно разбираться, что может быть из честных. Домбровский, Фифкевич. Оп! Друзі, шостий м'яч кидає ворота команди Динамо Дрезден. Хет-трик для Дениса Орендарука. 11 номер. 6-0. Лишилося грати менше 4 хвилин. А хто сьомий забив? Сім підказує. Сім. Соломон був шестой, сьомий гол. Денис Орендарук. 7-0 переді Манці. Как раз у вратаря команды Манси немного работы сегодня, и он успевает следить за счетом нашего матча. Манчестер Юнайтед забивает Сергей Косино. Какой счет? 5-2. 5-2. Ой, спасибо. Господи, повали. Ой, хорошо. Мне, короче, твоя сестра в школе бежит. Да? Нет. Нет, я до сих пор не знаю, как она выглядит, но было бы смешно, согласись. Такую жалобу услышать. Пока что детей бежать только я. Человек. Нет,
ничего, нормально. Да хорош тебе разговаривать. Хорош, давай. Руси нас. Вадим, помогай. Вадим, нам гол забивают, Вадим. Ой-ой-ой-ой-ой, боже. Там парень 4 человека обвел просто. Вышел из своей штрафной, 4 человека обошел. Обалдеть. Красава. Волшебник, чародей, хулиган, разбинок. Восьмой мяч! 8-0! Еще одно табло в матче между командами Нумансия и Динамо Дрезден. The first goal, Rafael! Score number 18! Jerry! Это у нас там? Джерри, а я хэппи, мэн! Вова, Вова, ты видел? Да, я все видел. А камера еще в плане. Пиздец, блядь! На меня, я не могу так делать! Пиздец, блядь! Под тобой, каблук дай! Друзья, завершена игра между командами Нумансия и Динамо Дрезден. 9-0 счет на табло. Мы приглашаем на футбольные поля Лиги Чемпионов команды Владимира Чугуева Лацио и команды Романа Рудника Киев Сити. Days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we heal are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. Call it so last.